Всем привет! В этом видео эффектная блондинка Ханна Палмер. Ханна родилась 18 мая 1998 года. Родом красотка из Скоттсдейла, штат Аризона. Ханна одновременно получала образование в университете и обучалась в школе моделей. Девушка успешно снимается в рекламе и неплохо поет. Девушку заметили сотрудники журнала «Максим». Она уже приняла участие в фотосессии для мужского издания. После участия в конкурсе знаменитого мужского журнала число поклонников в Instagram увеличилось в разы. Сейчас их 2 миллиона. У модели есть мечта – открыть свой бизнес в сфере красоты и помогать стать красивыми бездомным женщинам, попавшим в социальный приют. Если вам понравилась красивая и благородная Ханна Палмер, ставьте лайк и пишите комментарии. Приятного просмотра! Ну а на этом у меня все. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!